Псалом 49. Слушайте это, все вы, народы, слушайте, все живущие в этом мире. И низкие, и высокие, богатые и бедные одинаково. Мои уста будут говорить слова мудрости, слово моего сердца даст понимание. Я обращу ухо свое к пословице, под арфу я изложу свою загадку. Чего мне бояться, когда придут злые дни, когда злые обманщики окружат меня минус? Тех, кто надеется на свое богатство и хвалится своим великим богатством. Ни один человек не может искупить жизнь другого или дать Богу выкуп за него. Выкуп за жизнь дорог, никакой оплаты никогда не будет достаточно минус. Что он должен жить вечно и не видеть распаду. Ибо все видят, что мудрецы умирают, глупые и бессмысленные одинаково погибают и оставляют свое богатство другим. Их могилы навсегда останутся их домами, жилищами для бесконечных поколений, хотя они и назвали земли в честь себя. Но человек, несмотря на свое богатство, не выдерживает, он подобен зверям, которые погибают. Такова судьба тех, кто верит в себя, и их последователей, которые одобряют их высказывания. Как овцы, они предназначены для могилы, и смерть будет питаться ими. Утром праведный будет править ими, их формы разлагаются в могиле, вдали от своих княжеских хором. Но Бог искупит мою жизнь из могилы, Он обязательно возьмет меня к себе. Не ужасайтесь, когда человек становится богатым, когда великолепие его дома увеличивается. Ибо он ничего не возьмет с собой, когда умрет, его великолепие не уйдет с ним. Хотя при жизни он считал себя блаженным, и люди хвалят тебя, когда ты преуспеваешь. Он присоединится к поколению своих отцов, которые никогда не увидят света, жизни. Человек, имеющий богатство, но не разумеющий, подобен погибающим зверям,